Кто такие слиперы, друзья? Да, отвечу наконец на этот вопрос. Слипер – это тот человек, которого гипнолог погружает в транс. Причем погружает, не знаете, не как вот вы, например, пришли на сеанс гипноза, да, я вас один раз погрузил в гипноз, вот вы дальше там решили свою проблему, пошли дальше гулять, да? Нет, слипер – тот, который прошел определенную методику. Мы можем его погружать в транс достаточно глубоко, по несколько раз иногда в день мы работаем. То есть он регулярно погружается в гипноз. Второе – это то, что изначально вы за собой, быть может, замечали, что у вас развиты интуитивные способности, быть может, вы предугадываете, что скажет или сделает тот или иной человек иногда. Как кто-то вам, вот вы думаете о нем, он позвонил вам, например, да? Или вы знаете, ну, другие там посчитали, что это совпадение, а вы действительно предсказали какое-то событие и, ну, замечали за собой это. То есть замечаете за собой какие-то такие вспышки интуиции, которые, ну, действительно, ну, по жизни вас, как сказать, преследуют, да? Ну, не преследуют, вы просто такие и есть, по сути своей. На самом деле эти способности есть у абсолютно всех людей, просто как и художники, да, скажем, есть кто-то, кто взял холст и кисть, и сразу шедевр сделал, да? То есть это, ну, то есть как бы у них просто вот природа их одарила такие способности. А есть те, кто пошли в художественную школу, развили там свои способности и рисуют очень красивые картины, да? То есть эти способности, их можно развить. Ну и, естественно, как в любой профессии, есть гениальные какие-то слиперы, да? Есть менее гениальные, так скажем, но тем не менее, если знать, как слипер раскачивать по определенным технологиям, вот, которые мы преподаем, можно раскачать, в принципе, любого человека. Как и по опыту предыдущих групп, 100% у нас все стали и гипнологами, и слиперами.